Так, чем мы остановились? Медь. Медь у нас идет. Медь у нас все хорошо. Должно теперь быть. Так, тут нет никаких проблем уже, да? Штука разгружается. Разгружается нормально. Здесь у нас все по одному потоку идет. И этот поток, в принципе, заполнен до конца. Он даже полностью доходит до конца, да? Предлагаю сделать, может, еще одну ветку меди. Хотя у меня тут ветка железная, например, застакалась, да? То есть у меня тут не фул делается. Как будто бы и меди мне фул не надо. Здесь у нас, конечно, одна такая... Ну, блин, как будто бы надо больше. Да, пойдемте, короче, чуть больше сделаем переплавку. Нам нужны тогда стальные печки. Стальные печки нам нужно сталь и... камень. Каменный блок здесь. Чуть-чуть есть, погнали. Так, где моя машинка? Машинка с... А где она? А, там стоит. Осталось. Единственное, что нам нужны синие здесь манипуляторы, а не желтые, да? Ну, а смотрите, мы то есть копируем. Нет, мы не копируем, мы делаем чертеж, наверное, да? Это чертежом вроде надо делать только. Делаем чертеж. А, и здесь меняем эти. Нельзя менять? Как-то проапгрейдить. А, во, лучше предметы и объекты в чертеже. А что? А, вот апгрейд красненькие. А вот эти проапгрейдить нельзя. Это вот автоматически, да? Так. Столбы убрать надо тогда. Как-то могу сам поставить. Чертежи, блин, чертовы. Нихера непонятно. Нельзя чертежи ничего строить, да? А, смотрите, нет, здесь синенькие. А, не, нормально. Синенькие, да, синенькие стали. Все, оно. Уже оно. Так, и что это сколько? Я вот ступ один делал, да? Выше. Все, столбы единственное, надо будет расставить вручную. Это, по идее, не нужен. Вроде вот этого должно хватать. Нет, не хватает. Значит, нужен. Здесь, 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 здесь. Может быть, вот тут вот хватает одних, только вот этого. Там столько столбов-то, а? Не вот так-то обойтись столбами. Два, а, второй для угля. Правильно. А, печки кончились. Что, накрафтим сейчас? Так, столбы. Так, так. А печки накрафчиваются, печки не расставляют. Так, уголь. Давайте уголь подведем и подведем. Получается, уголь здесь. Так. И медь с другой стороны тоже сейчас подведем. Так. Два ряда идет медь.
Сейчас посмотрим, как у нас все заполнится. Единственное, что тебе электричества не хватает. Почему? А, у тебя штучки не дотягиваются. И тебя тоже не дотягиваются. Стойте тогда там где-то оттягиваются. Столбы для вас персональные. Просто ближе к фонарикам встаньте. Все нормально. О, вот так вот. Идеально. Так, что они все горят? Не хотят играться или что? Электричества нормально, хватает. Если сейчас начали день? Сейчас у нас день наступает. Слушайте, походу все, мы обеспечиваем ночью себя полностью электричеством. Полностью солнечными панелями, да? Стоп, у нас эти не работают вообще. Работают, но мы можем, по идее, их отключить, и у нас все будет окей. Сволочь. Углядели, блин. Херню там не поставленную. Блин, разметка была, это не надо было. Так, а где мне тут уголь идет сюда? Эти вот эти штуки, они будут запасными у нас, так сказать. Отсоединим их. Пускай временно работают, но потом перестанут работать. Это надо будет все потом снести. Когда мне будет не лень, я постою здесь в ПФКшу немного, посношу. Это все нам не надо. У нас временная первоначальная база была. Все, медь уже зациклилась. Нет, не зациклилась, она просто не входит на основной бал. Стоп, а... Да, все правильно, ты сюда должен входить. Все правильно. Так, ну сейчас очень много меди пойдет, потому что она там застакаться успела. По идее, поменьше должно. А почему, кстати, здесь не полный? Нет, здесь тоже, по идее, должен быть не полный. Просто у нас... Да, чуть редеет. Редеет сегодня у меня. Вот видно, что редеет. Окей. Еще, по идее, изначально излишки идут. Там должно стабилизироваться чуть точнее все. Не, уже, кстати, до конца доходит. Нормально, нормально. Медь есть. Медь делается. Окей, что у нас еще есть прикольного? Из прикольного у нас есть что? Процессоры нам по-хорошему уже надо производить. Можем в целом как бы дрон-станции полноценные расставить по всей базе, но я их не особо люблю. Поэтому их, наверное, делать не буду. Сундуки у нас какие? Пассивное снабжение и хранение. Это сундуки, в которые мы, по-моему... делать свое содержимое доступным для... Да, короче, это для дронов. То есть, чтобы дроны откуда-то могли брать, нужны вот такие сундуки им. То есть, вот у меня там, например, на моей вот этой штуке стоят обычные сундуки, они отсюда взять ничего не могут. И чтобы они могли отсюда брать, надо вот эти штуки сделать им. Дальше. Желтенький, это кто, кстати, сундук хранения. Долговременное хранилище. Это, по-моему, сюда... Короче, сюда они отсюда только берут... Сюда они еще могут, по-моему, класть. Или... По-моему, да, они, то есть, здесь будут храниться вещи и лишь излишние какие-нибудь. Или там, если что-то разобрать надо, отнести некуда, то они понесут сюда. По-моему, это так работает, не уверен. Но нам нужны, наверное, сундуки запросы еще, которые будут как бы просить, то есть, что дайте мне... Ай... Где-то можно найти. Где-то здесь были эти логические сети. Логические сети. Где-то... Там сундук должен быть нарисован сейчас. Оно? Нет, это модуль. А, кстати, модуль надо сейчас начать делать. Да, у нас еще там, кстати, новый 4-й модуль добавлен в игру. Кстати, до сих пор нового контента не пощупали, да. О, логическая сеть. Вот, логическая сеть. А продолжение продвинутые комбинаторы... Кстати, не знаю, что такое выбирающий комбинатор. О, так мне эта штука нужна, лол. Так это оно. Раньше таких, кстати, по-моему, не было. Ну-ка, блин. Это мне вот здесь вот нужен такой чел. Если это оно, то... Ой, жесть, там крафтится. Так, давайте этот зелененький пособираем. Нефть, перебор. Оно. Резко, да, внезапно. Нефть перебор.
Ну давайте, ладно, решим эту временную проблему. Мне вдевать некуда. Но у меня то, что я добиваюсь теперь до хера. Так, а вы, кстати, знаете, что вы будете делать? О, я знаю, что вы сейчас будете делать. Вы будете считывать вот эту штуку. Если там больше... А у тебя нельзя и делать? Ах ты сволочь. Тогда мы сейчас будем... тебя отцепим. Оставим здесь обычный комбинатор. Нет, нам нужен средравни, вообще не этот арифметический. Так. Эту штуку тоже отцепим. Тебя прицепим сюда. У тебя два значения входит. Первое. Чем мы там считали? Больше 15 тысяч. То есть дизельного топлива. Так-то, да, дизельное топливо. А, то есть он... А, он еще и мазут считывает? What? А как ты его считываешь? Стоп, я не должен его считывать. Да, короче, похер. Если мазута больше равно 15 тысяч, а и нефти меньше 15 тысяч, наверное, тоже, то на выходе сигнал. Типа R. Ready. Работай. R работай. Один. Уже без разницы, какой сигнал, не знаю, это имеет смысл вообще. Так, ну и выход ты сюда подаешь. И вы работаете, если у вас R сигнал равен единице. Все, у нас R-сигнала нет, потому что у нас этой штуки больше 15, точнее, не меньше 15 тысяч. Он R-сигнал не дает. То есть вот это условие у него выполнилось, а вот это нет. Поэтому он не работает. Если сделать еле, то они заработают. Так они не будут работать. Все, не работать вам. Так, а вот эту штучку мы скрафтили. Выбирающий комбинатор. Это крутая штучка или что это? Это то, что мне надо? Выбрать вход... Это что-то новое, по-моему. Я не помню такой штуки. Количество входов. Случайный вход. Размер пачки. Вместимость ракеты. Что, блин? Фильтр качества. Перенос качества. Что, блин? Выводит количество отдельных входных сигналов. What? Вот, например, я даже не знаю, какой здесь пример, блин. Лампочка. А как это работает, я не понимаю. А чё он хочет-то? Количество входных сигналов, добавить описание. Не, кстати, не понимаю, что он хочет. Выбор определенного сигнала из всех входных сигналов на основе критериев. Сортировать по убыванию. Кстати. Ну и смотрите, у нас есть, например... Да не пипик это, блин. Вот, все, все, отвали. О, успокоился. Мы эту штуку не сломали. Вроде бы нет. То есть у нас, например, есть... ты пускай есть. Не достаешь. Сейчас в другом месте поставим. У меня там электричество сверху, да, все правильно. Так, например, у меня есть три сигнала. Ты сигнал, ты сигнал и ты сигнал.
Что они делать, не понимаю. Ну, вот по возрастанию, например... Выведи самый, например, большой. Ты можешь... Что он хочет, я не понимаю? К какому выбрать вход? Ну, выбери вход. Вот выбери вход, на котором больше всего. Чё он... Чё... Не понимаю, что он хочет. Постоянное число. Понятно. Отличная штука, очень понятная. Нефть по-прежнему больше всех, разве? Уверен? 21 тысяча больше, чем 30... А, там 40 тысяч? 171... 183, здесь больше. Но конкретно в этом, блин, реально, смотрите, здесь 22 тысячи, а здесь 20 тысяч. Но здесь суммарно 172 тысячи, а здесь суммарно 184 тысячи. То есть мы неправильно считаем, то есть он не одинаково разлил, да? А почему? А, возможно, какая-то часть в трубах, кстати, застряла. Возможно, какая-то такая... тысячи. Ты можешь вот это считывать? Вот эта штучка. Вот ты какой считываешь? Попутный 40 тысяч. А откуда ты взял эту циферку? Так, а откуда у тебя такая циферка попутного? Так, он что-то не то считает. Короче, он все-таки вот здесь вот 2 считает каким-то образом. И все-таки кто-то с кем-то соединился или что? Вроде бы нет. А почему он считывает это как... А вы все считываете это как 40 тысяч? А почему все считываете это как 40 тысяч? Ты точно с этим не соединен? Вот теперь он соединен, теперь он должен еще больше считывать. Но нет. А почему? То есть вот я разъединил их. Как он там высчитал то, что их там 40 тысяч? Вот этот вагон, в нем всего 20. То есть 20 и 40 это в двух вагонах. И этот вагон ни с чем не соединен. Где он взял еще 20 тысяч? Супер странно. И они все соединены. А. Нет, погодите. Может, вот эту штуку соединить с чем-то другим? Давайте вот это отсоединим. Может быть, этот руинит. А все-таки с дальним соединяем. Он их в единую систему отправил. Они не должны быть в единой системе. Вот, 19. О, все, 19, все. И лампочка сменил, да, нормально. Это, видимо, вот эта штука. А почему эта штука? А, знаете почему? Потому что вот эта штука коннектится к этой херовинке. А эта херовинка коннектится сюда. Ах, вы сволочи. А, хитрый, блин. Неправильно с ней все тут устроили. Так. Что мы еще можем изучать? Вот это мы можем изучать, вот это можем изучать, вот это. Все, это фиолетовый требует. Так, изучаем пока то, что изучается. Окей. Вообще нам уже синие процессоры надо выходить, да? И фиолетовые, желтые баночки всякие. Мы, по идее, после... А, надо, кстати, ракеты научиться делать. У нас два типа ракет. Одни для танков, вот эти, по-моему, да? А вот эти для нашей ракетницы. Ой, так, блин. Для танка. Ну, раньше танк как бы был мусором. Не знаю, его поменяли. Где он вообще? Он здесь делается. Не, ну как бы хороший, да, но... Наверное, сейчас, кстати, он, знаете, он необходим, потому что мы долго будем доходить до... Как он называется? До паукатрона. Паука нашего. Что ему теперь до хера всего нужно. И, скорее всего, у нас паук будет очень скоро. Ой, мы, кстати, рецепт поменяли. Сырую рыбу в рецепте оставили.
Хях. Хях. Логистика. Блин, кстати, я не помню. Я на самом деле в этот... Логическая. Короче, это у нас это излишки, это то, что вот мы запросы всякие можем делать. То есть мы можем, типа, вот давай, чтобы у меня в инвентаре всегда было там, где конвейеры, там 50 тысяч конвейеров, например, да? Можно какие-то более точные цифры? Короче, как-то это должно работать. Не 50 тысяч, как бы там 800 конвейеров, да? Не, а что это не диапазон? Короче, надо разобраться с этим, как это работает, вспомнить. Я никогда этим не пользовался, мне особо не надо. Мне не нравится то, что дроны. Короче, мне не нравится система того, что дроны... Каждый раз, когда я захожу в дрон систему, где они как бы функционируют, они тут же, хер пойми откуда, начинают лететь к сундукам, где можно взять предметы. И берут по одному предмету. Летят полчаса ко мне на другую сторону... То есть они вылетают с одной стороны и летят на другую сторону за предметами, потом берут этот предмет, потом летят и ищут меня. Я уже там, пока они летели, брали этот предмет, уже куда-нибудь ушел в другую зону, вышел из их области вообще. Они продолжают где-то там висеть, зависать. Короче, мне не нравится, что они носят эти херонки. Я бы, знаете, как сделал? Я бы сделал какое-нибудь место, где куча всяких сундуков. Я захожу в это место, и у меня пополняется все, что у меня есть. Припасами, а не вот так вот, как то, что я пошел в их систему, и они тут же ко мне несутся. Либо это включать и выключать. Надо попробовать научиться делать, может быть, включать и выключать. А мне нужны, знаете, нужны сундуки с запросом. Я, кстати, так их и не нашел, да? Меня отвлек этот комбинатор какой-то непонятный. Я просто хочу посмотреть, когда появятся сундуки запроса. Продуктивность, рецепты, процессоры. Что? Короче, хрень какие-то непонятные. Мы же ее не изучили, потому что у нас нету в этом, в рецептах синеньких сундучков. Я хочу посмотреть, когда они у нас появятся. Там какие-нибудь фиолетовые, наверное, банки нужны. Где логическая сеть? Чё? А вот, нет, не она. А, нет, это она. Нет, это дроны. А, дроны открывают. Дрон открывает ракету. Уран. Блин, уран добыть, кстати, пойти. Кстати, да, пойдемте уран добудем. У нас откроется рецепт. Блин, а что нам надо на этот? Может нам... Открытые банки. О, рельсы надземные. Что-то я не могу найти. Сложно. Надо все каждое перебирать, короче, да, ладно. Неважно. Пойдемте реально добудем уран. Уран просто так, по-моему, не добыть. Нам нужна серная кислота вроде, чтобы добывать уран. А, сейчас. Этот рецептик нам нужен, да? Открыть, создать объект урановая руда. Необходимая жидкость на операцию добычи серная кислота. Добывается с помощью электрического бура, либо большого бура. Вот. Поэтому мы берем... Мы можем скрафтить серную кислоту просто так, сейчас, не добывая уран. Чисто одну штучку урана добыть, чтобы разблокировать рецептик. Бур у нас есть. Смотрите, что мы можем делать. Вот у нас есть серная кислота. Как бы это жидкость, и ручками мы ее перетаскивать не можем, да? Все, серная кислота не перетаскивается ручками никак. Это кто такой? Некрасивый рецепт. Мы его удалим, пожалуй. Так, но. А здесь есть вот такие рецептики всякие. А, наполнить бочку. Опустошить бочку. А, нам нужна серная кислота. Серная кислота это вот ты. Ставим такой рецептик. Нам нужна серная кислота и нам нужна бочка. Бочка у нас это что вообще? Как сделать бочку? Бочек. Ну как, летишь, блин, начинаешь крутиться по часовой стрелке, получается бочка. Так, подключим. А, бочка, где она? Вот она. Опа. Побольше на всякий случай сделаем, да? Мало ли их много понадобится.
Все, возьмем 10 бочек. Все, мы можем перетаскивать серную кислоту. Штуку заберем. Так, теперь идем, где у нас машинка стоит. Машинка. Да, по-прежнему там стоит. Так, что, дизель заполняется? Заполняется. Скоро, короче, начнет верещать. Ладно, давайте пока отключим все эти штуки. Фиг с ними. Пускай заполняется. У нас там всего много, поэтому нормально. То есть у нас тут умная система, умный дом, так сказать. Умная база, я бы даже сказал. Я сама все понимаю, что и надо делать, что не надо. Так, что, Митя застакался уже, да? Быстро. Машинка, поехали. Мы едем наверх или куда? Ну, сверху 100% уран. Снизу еще 100%. Тут за красненькими, да? Здесь как будто бы безопасней. Блять. О, блин, вся жизнь перед глазами принеслась. Как мы начинали строить, добывать уголь. Первое наше железо. Первые синенькие, точнее красненькие пакетики. Первые синенькие пакетики, желтенькие, зелененькие. Вот это вот все. Так, а моя машина, да, мою машину чуть починили. Нормально. Как мы вот эту стену строили. Так, а нам сюда... А, кстати, это близко, слушайте. Так, моя стена близко, да? Если могу здесь попробовать сюда приезжать, реально добывать уран. Я так и буду делать. А, так, ставим бур. А, ему нужно как-то закачать туда... Блин, а как это сделать без трубы? Получается так... Разгрузка серной кислоты. Серная кислота. Опа. Вам электричество нужно? Вы что, шизанулись? Я вам электричество, блин, возьму. Час ночи. Так, электричество, да, я не догадался с собой взять. Но у меня, на самом деле, солнечные панели есть, нормально. Все, поехали. Сейчас это ночь пройдет. Уран, кстати, зелененьким светится в темноте. Хотя, по-моему, настоящий уран даже зеленым не светится. Он даже не зеленый. Конвейеры, кстати, без электричества работают сам по себе. Алтурщики. На конвейерах. Так, ой, кипит, я хотел электросеть посмотреть, только не эту, не чужую, а свою. Чем по статистике у нас? О, начинается день, что у нас было ночью, работали эти штуки, не на полную работали, я так понимаю, и у них, да, еще энергия даже осталась, они по-прежнему немножко расходуют ее, но сейчас солнечные панели разгонятся и начнут заполнять обратно. Ну, слушайте, меньше трети осталось, да, то есть где-то четвертая часть, то есть как будто бы мало аккумуляторов, надо больше. А они до конца заполняются или как? Надо посмотреть, заполняются ли они до конца. Если они, например, до конца заполняются, то в целом еще как-то окей. Вот они расходуются, расходуются. Солнечные панели еще не успели разогнаться. Но сейчас солнечные панели разгонят. Сейчас посмотрим, кстати. Надо уже давно было посмотреть. Все, пошло заполнение. Пошли избытки энергии у нас. А наши паровые двигатели АФК стоят. Мы их отключили, да. Они уже не включаются. Они нам не нужны. Ну, слушайте, аккумуляторы ночью выдержали. Все, они пошли заряжаться. Солнечные панели работают. Но надо, короче, посмотреть, успеют ли аккумуляторы зарядиться. Если они за ночь успевают до конца зарядиться, это значит, они, получается, ночью спокойно проработают. Если начнется так, то что им чуть-чуть не хватает в одну ночь, потом в другую, точнее, за день зарядиться, потом еще один схватит зарядиться. Вообще, вот эта штука как будто бы намекает, что заряжаются аккумуляторы. Аккумуляторы заряжены. Не, слушайте, они, походу, реально успевают зарядиться. И здесь такой жесткий простой. То есть это сколько? Это примерно 2 минуты. Уходит у них банально на зарядку.
Да, да, это реально все аккумуляторы сейчас зарядятся. То есть вот тайминг, как бы сейчас эта штука дойдет вот через такое время. Жесть. Так, ты чё? Где мы тут? О, сюда. А где? В смысле нет? А где мой рецепт? Стоп, а где мой рецепт? Мы открыли его? Мы открыли. А когда? А почему не показала? Собрать. Я собрал, да. Мы же можем с собой уран таскать? Так, все, не надо. Так, ну мы здесь как бы приехали на разведочку, можно сказать. И меня разведочка устраивает. Я думаю, мы будем реально здесь сейчас уран добывать. Уран, на самом деле, надо как можно раньше начать добывать, потому что, во-первых, ядерная энергия — это круто, во-вторых, если ничего не поменяли, и там осталось обогащение Коварекса. Единственное, что там, наверное, какие-нибудь фиолетовые требуются, да, опять у нас их нету. Сейчас там мы ничего не сделаем этим Коварексом. Там, короче, суть в том, что нам надо достать первый 40-235 урана, 40 штук, чтобы Коварекс заработал. Так, немножко почистили. Так, давайте Коварекс реально, когда у нас появится? А, где моя ядерная энергия? То есть ядерный реактор нам уже доступен. То есть ядерный реактор — это синие колбочки. Я не помню, было ли так всегда. Портативный реактор деления восстанавливается в броню для питания другого оборудования. What? Переработка ядерного топлива. А где Коварекс? Подскажите. Игра, ты не видел мой Коварекс? Нихера, портативный и термоядерный реактор столько стоит? Колбочек всяких. Жесть, это не скоро. Мы реально на солнечных панелях будем жить? Oh no. Так, а где мой Коварекс? Я хочу Коварекс. Не говорите, что его нет теперь. Вот он, процесс обогащения Коварекса. Он остался, он такой же остался? Да, тут у нас как бы... мы добываем, получается, в этой штуке ядерный... Ой, ядерную. Урановую руду. Урановую руду мы перерабатываем в нашем переработчике. В уран-238 с 99% шансом. С 0,7% шансом мы перерабатываем его 235. 238 нам нахер не нужен в большинстве вещей. То есть из него там патроны можно покрафтить, еще какой-нибудь мусор. Это все неинтересно. А вот 235. С 235 мы можем делать вот такие вот баночки. Урановый топливный элемент. Один на уран, 235, 10 элементов. И этими элементами мы как раз таки питаем наш ядерный реактор. То есть нам нужно именно 235, но опять же, 235, 1% шанс получить их. То есть сколько нам надо перерабатывать этих урановых руду, чтобы получать 235. Но Коварекс, опять же, смотрим еще раз на Коварекс, куда он делся. У него есть рецепт. 40-235 урана плюс 5-238 переработать в 41-235. То есть на 1 больше сделать, да? Из 3, можно сказать, 238. То есть бесконечно фармить эти штуки. Это что за кубик? Эпическое качество. А-а-а. Так, на вопрос, что тебе надо? Белые тебе нужны? А где белый взять? Космический исследовательский пакет. What? What? Космический исследовательский лед, железная плита, углерод. What? Какой лед? Это нам, походу, надо на зимнюю... Нет, стоп, зимняя планета не может быть платной. Они же не сделают, что без Space Age ты не поиграешь... Блин, реально люди без Space Age играют в старый Факторио? То, что здесь такая мишенина, как будто бы... Или они... Это просто... Блин, короче, надо разобраться, что такое космос. Возможно, это просто надо вылететь в космос. И космос доступен в обычной версии, что ли? Я не понимаю, как это работает. Блин. Но у меня как бы есть Space Age, поэтому мне все как бы доступно, по идее. Мне кажется, короче, те, у кого нет Space Age, у них только доступ к планетам должен быть закрыт. Но как будто бы с этих планет... Без этих планет невозможно пройти игру.
это работает теперь? Открытое, открытие планеты Глеба, открытие вулкан, Ульгора. Еще одна должна быть. Может, одна планета бесплатная? А где вот, вот где четвертая планета? Вот она, да? Нет, они все, походу. Блин, ну я не знаю, как это работает. Надо космическую ракету строить. Ну, блин, ядерные... Нам нужна энергия. Нам нахер не нужна энергия. Кстати, а ядерный взрыв? Вот ядерный взрыв я бы не отказался. Когда они будут? Проросшая почва. Где он? Не вижу. Там такой взрыв, его несложно пропустить. Вот он. Желтенькие нужны, белые. Короче, надо разобраться с белыми. Мне кажется, белый это как будто вообще следующий пакет, который мы должны открывать. Нет? Где там ракета? Ну, синие процессоры. Хотя нет, синие процессоры можно и другим. Ну, смотрите, синий процессор уже открывает ракету. И здесь уже белый пакет открывается после ракеты. Надо, короче, разобраться, как работает сейчас ракета. Нам нужны синие процессоры для нее. Пойдем, короче, настраивать синие процессоры. 100? Серьезно? А раньше не 100 надо было, да? А сколько? Раньше где-то, наверное, 10. 6. Ну нет, мы на самом деле очень много на сковорекс можем наделать этих ядерных, точнее, 235 урана. Там буквально бесконечно он делается, то есть нам нужен только 238. Так, ладно, нам не нужна энергия ядерная. У нас вполне своей хватает. Давайте, залезайте. Так, где тут въезд на эту базу, блин? Так, ворота у нас есть. Приезжаем. О, у нас еще тут железо до сих пор добывается. Жесть. Знаете, под управление электрозарядной защиты. Я не знаю, что это такое. Так, а тут нету такого, то что... Нет, нету такого. Все работают. Точнее, не все работают, и нет такого-то, что... Ой, блин. С избытком накапливается что-то. У нас там, по идее, максимум 45, или сколько у нас? 30? Почему 30? А, пускай будет 30, неважно. Должно быть больше, но что-то вот не пошло. А что тебе не пошло? Что тебе не нравится? Кто тебя обидел? У тебя все есть, смотри, у тебя фулл ресурсы. Что тебя не устраивает? Может, кого-то другого там что-то не устраивает? Мне понятно, короче. Так, синие процессоры, да, мы делаем? Центрифуга появилась. Переработка урана, это нам все не интересно. Нам интересен процессор, процессор-то... Ой, блин, процессоры. 20 зеленых, 2 красных и 5 серной кислоты. Давайте сделаем 2, мне кажется. Короче, отдельно сделаем добычу синих процессоров от пакетов. Потому что нам в пакетах нужны синие процессоры, в желтеньких конкретно пакетах. Ну-ка я сейчас посчитаю на калькуляторе, сколько там нам надо. То есть вот у меня есть желтенькие пакеты, 30 в минуту, например, я хочу. Это мне надо 5 синеньких заводов, да, то есть не так много. А вот если я хочу, например, синенькие заводы, семь штук надо. Ну давайте 10 синеньких процессоров, например, сделаем. Просто нам надо всего остального. Нам надо 20 красных, 20 зеленых, 30 медни. Ну, погнали. Ну, короче, пойдет. 30, 20, 20. Вообще, на самом деле, нет, не пойдет, потому что мне неправильно считается этот. Мне должен быть верстак прогрейженный. 12, 12, 20. Все, 20, 12, 12. 20, 12, 12. 20, 12, 12. 20 медных кабелей. Так-то не... Нет, 20 это получается по 10, да, с каждой стороны. Так, 9, еще один. Здесь у нас будут чисто медные кабеля делаться.
Они делаются 2 в секунду или даже в полсекунды. Короче, они супер быстро делаются. Да, 2 в полсекунды. Нам надо их еще успевать выгружать. У нас не факт, что красненькие это все подтянут. Красненькие умеют передавать, по-моему, 30 в минуту, в секунду предметов. А у нас за полсекунды делается... То есть у нас за одну секунду делается 4. На 20 заводах, то есть у нас на 10 даже заводах будет делаться в секунду 40 штук. То есть это уже не помещается на один этот конвейер. То есть нам нужно либо 2 конвейера, и даже нам даже одного... Нет, там для одной полосы не хватает даже конвейера. Нам надо, короче, сразу в зелененький запихивать. Зелененьких надо 12. А почему так ровно получилось? 20 электросхем, ага, ага. Не, короче, пойдемте нахер это все. А мы пойдем сейчас, у нас там уже есть готовое как бы начало, да? Начало заложено. Да нет, мне, блин, зелененьких... А сколько надо зелененьких сейчас? Один желтый конвейер. А если у меня красный конвейер? Сейчас. У меня не желтый конвейер, у меня красный. Нам нужно 0,1 красного, 0,6 зеленого. Просто будет ли у меня успевать доходить сюда зеленая полоса? Если я ее буду где-то в начале крафтить. Потому что вот как, например, долго мне до синего развиваться? Фиолетовый банк нужен, да? То есть синий скоро, можно сказать. Я вот здесь... Блин, лаборатория. Так, я говорил, что это временные лаборатории. Ну, давайте. Пошли вон. Мы их вниз, наверное, построим сейчас, да? Видите, хер место. Здесь какая-нибудь ракета будет стоять, не знаю. Ты мне каждый этот таскаешь, да, дурачочек? Да, 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 все положить, вы успокойтесь. Ой, тормозные, конечно, эти боты немножко. Так, мы сейчас будем все это. Так, сколько мне получилось по итогу? Где лаборатории? Вот. 20 лабораторий давайте сделаем. Так, железа не хватило. Так, раз, два, три, четыре, пять, и через один еще так. Так, теперь с этой стороны, с этой стороны, и на самом деле еще с вот этой стороны дополнительно. То есть 8, сколько там всего у нас по итогу будет? А, так, 1 2 3 4 5 6 7 8, ну идеально, кстати. То есть 2 здесь будет идти, 2 здесь. Теперь чтобы это все работало, нам надо на самом деле сделать вот так вот плюс вот так вот. О, мне красненьких нету, я могу накрафтить? Нет, не могу накрафтить, но мне много не надо. Смотрите, поскольку у нас теперь все манипуляторы умеют фильтровать, мы используем фильтр на красные, да, зеленые, да, черные, да, и голубые тоже, да. Так, теперь копируем, вставляем. Если то, что красные манипуляторы умеют теперь тоже фильтровать, это вообще жесть. Очень имбово. Так, копируем. И везде вот так вот вставляем. С этими настроечками. Теперь копируем полностью. Вставляем здесь. Вот. Здесь пока нам не надо, но на будущее мы можем, короче, здесь будет вот так вот. Красненькие закончились. Не хватило тебе красненьких? Сколько? До хера. 8 штучек, да? Железа не хватает.
Железо, а тебе может... Железная шестерня. Что, просто вот эти штучки возьму чуть-чуть. Один. Все равно железо надо. Чем здесь железо? Брось сразу манипулятор. А тебе буквально железо тогда нужно. Да, нормально. Мне, в принципе, один нужен был. А, нет, не один, там уже у нас не достроено. Так. И у вас будет такая же система с фильтрами, но у вас будут фиолетовые, желтые и тех, которые у нас еще нету, белые получается. Не, нихера не 8, алло, игра. Ты меня обманываешь. Не 8, не-не-не, я сейчас найду больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, но тут нету синего. Синяя банка, опачки. О, во, вот это похоже на правду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так вот, блин, десять. Ну, десять. Короче, для десяти это уже надо с другой стороны также делать. Ну, и тут то же самое, вниз их провести. Так вот. Здесь небольшой нюанс, нам красные здесь нахер не нужны. Зачем я здесь построил, непонятно. Нам хватает одних синих. Что красный изначально должен брать издалека. Ну, кстати, может было не такой рецепт брать, а поменьше. Потому что не все должны сюда завозить. Так. Не надо. И вот так. Все, пускай берет. Электричества у вас не хватает, да? По центру столбики поставим. Короче, в будущем будет более понятно, что я тут делаю. А, я могу показать на другой базе. Так. А, тут недалеко. Работает. Фонарики вам тоже нужны, что ли? Все. Сейчас покажу. Если так еще не делаю, потому что здесь уже можно по-другому, как бы тут технологии усилились у нас. По-моему, здесь я также делал, да? Сейчас посмотрим. Так, лаборатория, найти бы их, вот они. Во. То есть снизу эти берут только эти, кладут их сюда. Здесь слева берут они только вот эти, кладут сюда. И сверху вот эти штуки берут вот эти. Так, ну-ка что-нибудь сейчас запустим, изучать. Эту штуку, например. Как бы они все будут работать. Обязательно нужны фильтрующие, иначе у нас будут застакиваться последние там в конце. А, нет, они будут постоянно вытаскивать друг из друга, потому что здесь вот один вверх как бы кладет, а другой вниз, и они будут перекладывать туда-сюда, а нам это не надо, поэтому нам нужно только одни, как бы здесь фиолетовые в желтые вниз спустить на максимум, чтобы у всех было, здесь наоборот зеленый красный вверх спустить до максимума, здесь черные эти вправо до максимума, еще если нужны белые, то справа еще одну можно подогнать и влево, но белый, по-моему, вручную, да, закидывал, что там... а, о, кстати, видно, сколько всего. 2, 4, 6, 8, 10, 12 даже, жесть. Ну, смотрите, 12, то есть теперь по моей новой схеме 2, 4, 6, 8, 10, 12. То есть можно, короче, вторую линию подводить. То есть раньше линии как бы много не надо было, поэтому здесь все вылазило. Сейчас больше пакетов стало, да. Все правильно сюда. Так, а вам что, не хватило, да? Конвейера? Красненький сюда еще должен, да, все. И работать. Так, и вроде они с избыточностью работают. Но это временно. Потому что у нас там это застой был. Сейчас мы еще вот так вот сделаем. Все в одну вылезает, ладно. Хрен с... Пускай в одной все тусуется. Так, все, сделали штуку. А теперь разбираемся с зелеными. Во-первых, зеленый надо проапгрейдить.
Давайте не глядим. Это все грейдим. У нас, кстати, там, возможно, не хватает... Красненькие есть, эти все есть. Надо сходить, будет пополнить ресурсы, что заканчиваются. Дронами пополнять я не хочу. Так, у него какие-то эти... Он хочет этот в желтенький, но у нас такого еще нет. Так, а как отменить улучшение? Блин, теперь синенький хочет. Так, а как? Если мы нажмем Ctrl-Z, один раз это нормально, а второй раз мы не можем, потому что он обратно в желтый пойдет их ставить. План обновления, книги чертежей. Блин, а как сделать? Я хочу отменить улучшение. Чтобы просто банально вот этой его иконки не было. Никак уже, да? Ладно, хрен с тобой. Так, столбы все убираем, потому что это все столбы плохие столбы. Нам нужны здесь хорошие столбы. Фонарик тоже убираем, потому что сейчас просто по-другому, наверное, поставим. Так, устраивает ли нас тут все, что и как идет? Наверное, да. Наверное, устраивает. Но нам нужно, во-первых, дойти до донизу. Чтобы мы когда состыковали их друг с другом, они не было каких-то обрывов. Чтобы они друг с другом хорошо состыковались, да? Сейчас будем просто Ctrl-C, Ctrl-V делать. Столбы, так, столбы, столбы. Почему здесь какой-то столб есть? Да, столбов никаких лишних нет, есть. Вот тут столб. А, и здесь столб. Захренели. Все, нет столбов больше. Так, тогда мы ставим... Блин, бесит то, что они хотят в зелененький проапгрейдиться, эти хотят тоже в зелененький проапгрейдиться. А что вот это, кстати, желтенькое? А можно это? Вот так вот. Не захотел грейдиться, странно. Так, это мы потом доведем, надо не забыть. Хотя давайте сейчас, а потом забуду. Потому что, скорее всего, недалеко вести. Да, тут уже нормально идет. Так, столбы. Я не понимаю, что там по центру? Что это за железо здесь лежит? Что это такое? А почему здесь лежит какое-то железо? Это в руках у кого? У тебя в руках? А, это вот эта штука без электричества в воздухе застрял, все, я понял. Тогда сюда. Сюда. Мы можем в теории где-то по центру ставить и запитывать сразу все. Но тогда нам нужно будет подземные конвейеры делать. Давайте красиво. Подземные конвейеры дорого. Два столба построить дешевле. Четыре. А так один. Блин, четыре или один столб? 40 шестеренок. Один конвейер стоит, если что. Вот здесь зато один конвейер вылазит. Эту штуку можно переставить. Он их там уже считает зелеными, что совсем охренел. Все не дает мне взять, потому что он считает, что это уже зеленый. Это по факту еще синий. Так вот и вот так вот. Фонарик уберем. Фонарик сейчас расставим по-другому. Фонарик здесь. Фонарик там. Фонарик тут. И все. Все мои фонарики, которые влезли. И мой фонарик, кстати. Что тебе надо? 26. Да нет у меня этих штук. Блин, а если я скопирую, он уже скопирует с этими штуками? Угу. Так, мне надо... Ну, короче, давайте через чертеж. Так вот. Да, он уже считает их такими. Короче, тогда... Red. А как...
Блин, как я чертеж делать, чтобы этот... Эти поменять на синенькие? Никак уже? А если я сам возьму ручками и перевоткну? Вообще, я не понимаю. Хреновый апгрейд. Не так он один должен работать. Может быть, я могу как-то чертеж... Электричество кончилось, вот. Держи. Ладно, держи электричество. Если тебе так надо. Так получается только, да. Криво? Или нормально? Вроде нормально. Так. И теперь копируем вот эту штуку. А, копируем сколько раз? Нет, мы не можем это скопировать. Да блин. Я не знаю, как редактировать чертеж, как убрать лишнее, да? То есть вот это мы все убираем. Но как, например, поменять что-то другое там сделать? Так. Это мы сделали 4, да? Так, вот этот можно уже больше скопировать. Это уже полноценно рабочий. Сохраним даже зеленые. Зеленые. Все. Полноценный чертеж. И теперь просто жмем. Так, это у нас 4. Короче, 3. 4. 5. Так, иди следуй, иди следуй. Так, тебе чего-то не хватает? Ощущение. Сейчас посмотрим, что у нас, по идее, все кончится сейчас. Пойдем пополняться. Надо помогать немного дронам, какие-нибудь тупые вещи строить, которые мы можем, там, конвейер, вот это вот все, да. Как бы нам конвейеры не тяжело самим ставить. Главное, в нужную сторону их ставить. А, конвейеры кончились, все. Настроились, окей. Сейчас у дрона тоже все кончится. Так, что нам надо? Автоматы, манипуляторы. Не... Да, все, короче, погнали за всем сразу. Дроны. Садимся, уезжаем. Так, да, блин. Молча понес куда-то. Расстояние. Еще и самого дальнего. Что? Все, сваливаем отсюда. Да, всех подобрали.